Приветствую всех любителей заработка из дома. Вы на канале MyProfit, и сегодня опять разбираем с вами задачи от YouSense. Будем с вами смотреть одну очень странную задачку – Image Categorization. Ну, поехали. Нам предлагается одна картинка, и нам надо определить эмоции тех людей, которые на картинке. Вот здесь никаких людей нет, поэтому 0 людей нет. И поехали дальше. На этой картинке мы видим двоих людей, то есть сразу ставим 2. Далее надо внимательно прочитать все надписи и изучить их эмоции. Я бы сказала, что здесь никаких особых эмоций нет, поэтому я думаю, что поведение этих девушек нейтральное. Ставлю нейтральные, эмоции на ее лице. Давайте удивление поставим. Вторая девушка. Так же самое, я бы сказала, что разговор нейтральный, эмоции сюрприз. Соответственно, эмоции всей этой картинки, то есть удивление. Упражнение легкое, уровня сложности, видите, никакого не идет. Ну, надо стараться попадать правильно. Вначале смотрим двое действующих лиц, изучаем, что здесь написано. То есть первый хочет убить эту девушку, значит, он очень негативный и эмоции на лице – злость. Она говорит, что я не девушка, то есть я бы поставила тоже слегка негативные эмоции. И на лице, скажем, удивление. Ну и общие эмоции этой картинки все-таки, наверное, злость. Вот как-то так. Ну, легкое упражнение, вообще нет вопросов. Далее, 3 действующих лица. 3. Читаем, что здесь написано. Ну, что-то происходит, крэш, видите, какое-то у всех удивление. Поэтому, скорее всего, они все в негативе. Страх, наверное, все-таки страх. Да, я думаю, так. То есть я всем ставлю негатив и страх. Они здесь все в одинаковых эмоциях. Общая эмоция картинки – страх. Что здесь? Внимательно смотрим. Много действующих лиц, их аж 5. То есть здесь можно 3 максимум поставить. Далее читаем, что написано. Ну, наверняка есть какая-то агрессия, а у остальных страх, скорее всего. То есть я опять ставлю негатив, страх, так же само. Общая тема картинки – страх. Ну вот, собственно говоря, вот такое вот легкое упражнение. Это еще раз доказывает, что иногда попадаются легкие упражнения на YouSense, на которых можно очень неплохо заработать. Поэтому всем рекомендую этот сайт к работе. А также хочу напомнить, что своим рефералам я плачу 50% от реферальной комиссии, поэтому регистрация по моей ссылочке взаимовыгодна. Всем успехов и приятных заработков!